У нас, кстати, помимо замечательного настроения и прекрасных мелодий, есть и масса уникальных творческих номеров, экспериментов, как мы назвали это немногим ранее. И, собственно, сейчас вашему вниманию будет представлен номер в исполнении молодого артиста, который полюбился многим гостям и жителям Республики Адыгея, города Майкопа, потому что он обладает невероятным тембром голоса и невероятной харизмой. Для вас поет солист эстрадного ансамбля Государственной филармонии Республики Адыгея Аштен Мос Хазишук. «Говори молча», хореография и «Алмаз Алый» под ваши аплодисменты прекрасным участникам концерта.